может быть, где-то и произошло вот это касание, да, встреча. Но они начали отмахиваться. Начали просто отмахиваться, закрывать, это надо менять себя, это надо, это сложно, это тяжело, это надо, ты оставь, ты сам двигайся, нас не втягивай там. И, а я понимаю, что я уже общаясь с ними, я начинаю их как-то сжечь. То есть уже как совесть, у них совесть цепляет их, и они начинают отстраняться. Они начали распространять, что я в секту попал или еще куда-то. Понимаете, что я сектант, что у меня... А на самом деле просто, ну, всплыли те истины, которые, которые начали действительно людей сжечь. Федор, и как в связи с этим изменилось ваше отношение и внутреннее ощущение того самого главного дела, которым вы так блестяще занимаетесь всю жизнь? Изменилось ведь? Не могло не повлиять? Повлияло, да. Я стал жить во славу Божию. Я обрел Христа. Я понял, что я, наверное, это был самый день, самый, меня спрашивают, самый счастливый день в вашей жизни. Это вот, это именно тот день, когда я встретился с Богом.